Сорока 4-летняя Екатерина Архарова родила сына от 38-летнего ресторатора Артема Илясова. Супруги скрывали имя малыша, но сегодня его рассекретили. Актриса назвала мальчика Даниил. Семейство много времени проводит в Италии, поэтому у имени есть иностранная версия – Даниэль. Бывшая супруга Марата Башарова несколько раз в месяц просит подписчиков задавать ей любые вопросы и дает на них ответы. Она рассказывает и о воспитании малыша. Супруги крестили Даниила месяц назад. Екатерина призналась, что первые 5 дней после родов ей было очень тяжело. А потом она втянулась в новый ритм жизни. Архарова не стала скрывать и планы на Новый год. Она призналась, как встретит праздник. В Москве, дома с семьей, поделилась блондинка. С Маратом Башаровым актриса развелась после его рукоприкладства. По этой причине распался и следующий брак звезды. Впрочем, на этот раз бывшая жена актера простила ему избиение.